Ежедневно в зной и мороз, в проливной дождь и метель они стоят на страже российских дорог. Сотрудники ГИБДД сегодня как рыцари на белых железных конях. Стараются сохранить жизнь участников движения, обеспечить их максимальную безопасность. Есть федеральная программа президента, которую мы выполняем, и довольно-таки неплохо. Если сравнивать с 2012 годом, мы идем в минус по снижению тяжести последствий. 3 июля по всей стране отмечают День ГИБДД. Сотрудников госавтоинспекции награждают почетными грамотами и подарками. Сегодня, накануне юбилея, слова благодарности Ленинскому отделению выразили глава муниципалитета Дмитрий Абаренов, председатель Совета депутатов Станислав Радченко и начальник окружного УМВД Алексей Бадин. Если хоть на день представить, что не будет вас на дорогах, сразу же случится коллапс. И без вашей работы представить жизнь округа, региона, страны просто невозможно. Я от всей души хочу, конечно, пожелать, если это возможно, легкой службы, крепости духа и мира, добра, благополучия вам и вашим семьям. Спасибо вам, с праздником. На сегодняшний день в госавтоинспекции трудится 91 человек. Одни оказывают государственные услуги, другие обеспечивают безопасность на дорогах. Ирина Чекмарева служит здесь уже 17 лет. Всю жизнь главным примером для нее были офицеры. Поэтому о будущей профессии вопрос не стоял. Молодой девушкой она начала работу в ГИБДД. Я начинала служить еще при начальнике Дорожкине Анатолии Михайловиче, который, в принципе, много дал коллективу. И коллектив достаточно сильный, руководители хорошие, поэтому мы держим планку, можно так сказать. Сегодня движение на дорогах становится более интенсивным, а значит, возрастает и роль сотрудников госавтоинспекции. Собранность, внимание, ответственность и доброе отношение к водителям и пешеходам – все это о нынешних виновниках торжества. С праздником! Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.